Так, итак, всем привет. Вот купила себе специальные трекинговые носки. Вот. Итак, вот такие Vox Pro Plus зимние. Так, и сейчас о них. Итак, идеальная теплоизоляция. Теплоизоляционные свойства. Дальше. Дополнительные экстра по струванию. Дополнительное утепление или как? Ну, это так. Так, высокое поглощение влаги. Так, антибактериальные свойства и эластический бандаж. Так, производитель Чехии. Вот. Сейчас выберем. О. Дома. ЧС. Чех. Такс. Тепловой режим у нас Цешка идет. Вот, и тепловой комфорт от 5 градусов до минус 20. Вот, так что вот такие носки. Вот такой обзорчик. Очень приятный. Вот, когда уже возьму их в поход, испробую. Ну и тестирование, так сказать, сделаю. Вот. И я вам уже расскажу, запишу новое видео о тестировании их. Вот. И расскажу, как они себя повели. Вот. Так что вот такие носочки трекинговые я купила специально под свою обувь. Ну что ж, кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, пока-пока.